надеваю кепку, потому что солнце, от солнца, даже через деревья, очень-очень печет. Прям в воде растет кустик. Корни. Вау. Дерево уже почти упало. Два дерева упали. Он может рухнуть в любой момент. Вообще тут опасно, конечно. Сейчас мы быстренько. Боже, какое, почти упало. Вон там дерево тоже почти упало. Оно вообще не знаю, как оно, зачем оно держится. Вот только одни корни оголенные. Уже там земли нет, одни корни и дерево. И вот тоже такое же. Не знаю, как оно стоит.
такой корень, как само дерево почти. По толщине. Тропинки к воде. Не буду спускаться, конечно, хочется, но не буду, потом будет натирать ноги. Если бы я уже остановилась плавать, а я еще хочу пойти погулять. Когда бы я спустилась тут поплавала, тут так хорошо. Чистенькая такая водичка. Запах такой с соснами. Идем дальше. Берем свои вещи. Идем дальше.
и какими-то водорослями, и соснами, и воздух чистый, вау, вообще класс. Лепота. Лепота. Красивые цветочки синенькие. Ой, после дождя, конечно, тут грязноватенько. Нужно мне дорожка вон вся какая. Нужно в обход идти. Ездит на квадроциклах. Здесь можно там пройти. Там рисуют картину. Там можно. Ой. Так. Мне, значит, туда там не пройти.
сказке. Про Алёнушку и Иванушку. Молодцы. Мария тут, конечно, сразу зажужжали. Интересно, пройду я там дальше. Так, здесь надо шапочку. Шапочки нельзя. На солнце, очень сильное солнце. Очень-очень-очень. Не будем, не будем, давай, не будем, не будем.
Опа. Так все размыло дождями. Какая береза. Сейчас покажу огромную. Сейчас будут обнимашки. Обнимашки. Огромная березка. Может здесь. Ладно, уже дойду туда, куда я хотела. Потом буду купаться опять. Очень сильно печет солнце, прям нереально. Когда по лесу, и то надо кепочку одевать, потому что, а уж так, так вообще просто пекло. Как красиво, лопухи такие. Срезали. Их тут, видимо, было очень много. Может быть, здесь такое место, что... Ну, для чего-то нужно. Может, тут лодку сюда привозят. Поэтому их срезали. Они опять молоденькие. Вон уже наросли. Не знаю, если видно там, что вдалеке так красиво. Там огромный... Там такое здание, как огромный корабль.
Мягко мне по ногам. Жарко. Все бы было шикарно, если бы не было такой жары. Пекло просто. Надо идти мокаться быстрее. Сейчас пойду. Ну, вода еще, правда, прохладная, конечно. Но все равно. Хотя бы окунуться и выйти. Красиво как. Сосенки. Сосенки. Здесь канал. Сейчас я покажу, куда я пришла. Здесь большие корабли проплывают. Сейчас, правда, нет, наверное, теплоходов больших. Вообще они обычно здесь. Там типа пристани. Спасибо.
сосенка маленькая. Пойти туда, не пойти. Так, наверное, не пойду. Там такая, как смотровая площадка. Там вид на всю, или дойти бегом. Ладно, сейчас добегу. Одену большую шапку. Бегу этот промежуток солнечный, добегу. Бегом сейчас. Так. Там небольшое расстояние. Мне надо по пеклу, по солнцу проскакать. Побежала. Запах такой от шиповника. Шиповник. Тут он везде-везде прям. Все в этом шиповнике. Запах такой стоит. Быстренько бегом, прям очень тут пекло сильное. Открытое место, деревьев нет, один шиповник. Смотровая площадка расходится на две стороны водоем. Как коса такая.
получается. Не знаю, как он сидит там, вот такой жаре, нет. Стою, не знаю, минут 10-5, у меня уже плохо, сейчас бегаю. Ветер мой уносит.
убегаю, убегаю, убегаю. Вечером надо сюда приходить. Тут такой закат. Просто нереальный. Вечером сюда приду обязательно. Когда будет хорошая погода, красивый закат, приду сюда. Очень жарко. Наконец-то едет кораблик один. Сейчас подожду кораблик. Славочка. Вон два даже. Сразу пошли волны.